Ну, лилии – это мои первые цветы, в принципе, я начинала с них, начинала коллекцию свою. А лилейники, они, когда сейчас появились новые сорта, очень много сортов, и они очень красивые. И потом, видите, куст держится дольше, чем лилия. Лилия, она отцвела, вот сам цветок отцвел, и, в принципе, все. А лилейники, они держат куст, и вот для ландшафта они лучше подходят, чем лилии. Вот. А так больше тысячи, которых я испытала, которые, правда, некоторые не пошли уже, отпали у меня. Сейчас я вот убираю, я вам уже сказала, азиатские и лагибриды я убираю, потому что они мне не очень нравятся. А в основном стала вот размножать эти лилейники, они у меня везде.